степляне. Так вот, приезжали и другие легионеры за курган Прибор. Антон Книллер чуть раньше, если не ошибаюсь, в 2015 году пригласил Олли. Но вот сейчас играет другой парень, а в данный момент Йоренс Гомес, еще один легионер нашего российского чемпионата и Кубка России, забивает пятый гол в ворота команды Курган Приморь. И первый гол для себя в этом матче. Вчера Гомес тоже забивал.